Слава нашему Господу! За то, что Господь подарил нашу жизнь еще один день, когда мы можем прийти на наши места молитвы и молиться Господу, и не просто молиться, но получать от Него ответы, за что подарил мне Богу. И, конечно, зная, что наш путь на земле короткий, несмотря на то, что есть молодые люди, не гарантированно, что завтрашний день придет, тем более, когда уже седина на голове, когда уже мы, по слову Божию, отсчитали или считаем седьмой, восьмой десяток, то уже знаем, что скоро время. И нам не безразлично наше собственное состояние, потому что Писание говорит, что туда ничто нечистое не войдет. И это не зависит от возраста нашего, не зависит от пола, не зависит от стажа нашего христианского, от положения в церкви. С чем одинаковый стандарт Господь дал? Или предупреждение идет, что туда ничто нечистое не войдет. Знаете, у нас на земле так не бывает. Для одних разрешается что-то проводить через грань, для других нет. А вообще президент пролетает, его никто никогда не проверяет. Он на своем самолете, все двери открываются, что хочешь, вези. Да. То небесное царство, независимо от положения, я уже перечислял сегодня, на что мы часто обращаем внимание. Писание говорит, ничто нечистое туда не войдет. И я довольно, что сегодня могу быть здесь, просто мы были очень долго в одном из собраний. Теперь я еду уже довольно расстояние, прилично, думаю, никуда. С утра думаю, в дворец, если меня хватит, я в дворец заеду. Потом, на очень, может, мне так кажется, это как-то в стороне, думаю, надо заехать в дворец. Не знаю, как получится в будущее время, но пока что есть время, хочется посетить дворец, помолиться вместе с вами. Вы знаете, я не лукавлю, говорю, я очень часто вот в таких маленьких собраниях для себя больше получаю, чем в больших. Здесь как-то все просто, вроде ничего особенного нет. Ну, иногда и песни не по всем аппаратам и по нотам поются, а все-таки они достигают до сердца, потому что, вы знаете, наверное, больше искренности, потому что не на что надеяться. Приедет, кто не приедет. Кто его знает, приедет или нет? Ну, надо что-то сказать. Когда у нас такое простое желание, надо что-то сказать, то Бог дает то, что надо, но просто, то, что надо. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы тоже могли что-то взять из того, что я буду читать из Священного Писания, и напомню что-то. Потому что для тех, кто давно ходит в молитвенные дома, я не раз эту мысль выражаю, трудно найти то, чтобы не читали и не слышали. А вот иногда посмотреть как-то с другой стороны на то, что тебе уже известно и знакомо, оно так получается, оно достигает до сердца. И потом я буду читать одно место Священного Писания, это из книги пророка Михея, 6 главы, я читаю 2 стиха. Я хотел бы, чтобы вы на них обратили внимание. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная? И здесь вопрос дает Михей, вернее, не Михей, а Дух Святой через Михея, этот вопрос к нам обращен. И он должен пройти через наше сердце, и мы вложить его в этот вопрос, чтобы проверить нам себя. И здесь вот такой вопрос стоит. Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивой гирами в суме? Знаете, сегодня тоже люди умеют обманывать. Там где-то в магазине, где-то там что-то подкрутить немножко. И на пару граммов лезет. Это настолько стало распространенным, и мы часто сталкиваемся с этим.
Кто-то однажды сказал, я слышал, лет европейских назад, он говорит, если, может, ты не совсем прав, если продавец проработал в магазине 3 года, уже его можно садить смело. Не может быть такого, чтобы где-то что-то сознательно, не сознательно, но обманул. И Священное Писание говорит, да, конечно, не об этих вирах. Я думаю, что если бы мы были продавцами, если мы что-то продаем, то стараемся, чтобы не обмануть. Я знаю, там в столе всегда ту капусту продают, там мешкают. То брат говорит, я всегда добавляю больше, чтобы хотя бы не было меньше. Пусть там пару головок больше будет, но я буду зато спокоен, что я никому не обману. Потом у меня есть и так далее. И потому люди обращают на это внимание. Но когда я сегодня это читаю, то, конечно, не об этой торговле идет речь. О чем идет речь? Притчи, 16 глава, 2 стих. И здесь пророк, или для нас, на мысль главное обращать внимание, могу ли я быть чистым? Если у меня вот есть что-то, с чем я усилишиваю, но оно неправильное. Вы знаете, когда вот неверные гиры есть, гира подпилена, то вроде на весах все правильно показывает. Положил на одну сторону что-то, что ты продаешь, на другую сторону гиру, и стрелочка точно по центру. На ноту по центру, а гира, то вес неправильный. И вот Священное Писание сегодня нам об этом говорит. То есть смотри, как ты что взвешиваешь. Ну что взвешиваешь? А я читаю книгу Притчи, 16 глава, 2 стих. Послушайте, кто она говорит. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Вот то, что мы делаем, нам всегда кажется что-то правильное. Если даже обманул, говорю, но я не мог по-другому, вот это мне чем обманул, но правильно. Он говорит, меня обманывали, и я обманул. Да что тут удивительно, правильно все делал, пусть не обманывают. Но говорит, Господь землю мою душу, он не так смотрит. Он не смотрит на то, как я думаю. Не смотрит на то, как я понимаю. Он смотрит своими глазами на то, что я делаю, и он души взвешивает. Вы знаете, это очень важно. Я говорил на эту тему не один раз проповедь. Я говорил вот о чем. Когда мы что-то делаем, то Господь смотрит не только на то, что мы делаем, если даже правильно делаем, но... Какие чувства у нас есть в это время, когда мы это делаем доброе? Со стороны это добро, это хорошо. Но вот смотрит на то, какое ты чувство к этому человеку имеешь, когда делаешь ему доброе. Это не секрет, иногда люди делают доброе для того, чтобы скрыть свою вражду. Правда, бывает такое? Бывает. Бывает. Иногда делают доброе, чтобы войти в доверие, а потом навредить. Бывает такое? Бывает. И Господь говорит, ты когда смотришь снаружи, то ты по-своему взвешиваешь. И тебе кажется, что ты правильно делаешь. А Господь вот вовнутрь твоих помышлений, в чувства твои. У нас может быть просвещенный разум. Вот поймите только, что я хочу сказать. Мы понимаем, что хорошо и что плохо. Но в то же самое время могут быть осквернены чувства наши. Делать я делаю, правильно? Почему? А я читаю Библию, тут так написано, я делаю. А вы же, допустим, брату какую-то неприязнь питаю, я же это скрываю. И получается, что то, что я делаю, и то, что я чувствую, оно расходится одно с другим. И Господь вот это говорит. Вот то, что ты сделал, хорошо, хорошо. Тебе плюс, ты не согрешил. Но ты и влияние не кажешь положить на этого человека, потому что у тебя чувство, ты ведь что надо, теплоты тут-то нету. Вы понимаете, насколько это все непросто? И мы можем иногда.
рассматривай свои добрые дела, которых очень много, и недоумевай, а почему ж Бог меня не благословляет так, как я хотел бы, и что написано. А по одной причине это не от сердца, оно по слову. Это все правильно, но не от сердца. И он Писание говорит здесь, в щепоте человека чистые в глазах его, но Господь взвешивает души. И апостол Павел в том послании к Коринфянам говорит одну такую вещь интересную, на что еще у него обращать внимание. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собой неразумно. Вы знаете, что это значит? Я сравниваю свои поступки с моими взглядами и с моими пониманиями. И что бы я ни сделал, в моих глазах это хорошо. Но Писание говорит так, ты ж себя сравниваешь с собой, а кто ж себя сравнивает с собой? Надо сравнивать со стандартом. Надо хотя бы сравнивать с тем человеком, который лучше тебя. А если ты будешь сравнивать сам себя с собой, то как ты можешь определить, кто ты есть на самом деле? Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. Потому что мы всегда что-то взвешиваем. И пути Божьи часто взвешиваем. Вот на что я хочу обратить внимание. И если я неправильно понимаю Господа, не доверяю Ему, а в данном случае мне очень важно доверять Богу. И тогда, вот как мы пели один псалом, мы тогда за все будем благодарить Бога. Если мы будем понимать, что любишь ты Господа, призванный по Его изволению, все содействует ко благу. А я сегодня приводил несколько примеров, когда проповедовал. У меня немножко другая тема была, нет, я не о вещи говорю. И я вспомнил одну сестру, может, вы ее знали, может, не знали, это... Сашу Боякова, наверное, знаете, чёрт, его навряд ли знаете, а может и знаете, даже немножко вот такая Надя Шлюшкина была. Я знала её хорошо. Ну, вы ее хорошо знали. И однажды, значит, когда она где-то возвращалась с поездки, и надо было домой ехать с автовокзала. Это была такая погода ненастная, ну, холодно было. Она все мне жаловалась, ноги болят и так далее, и так далее. Это у меня была проблема. Ну и вы знаете, что обычно вот мы наблюдаем, узнают люди, с какой площадки отправляются автобусы. Знают какой. И они стараются до объявления посадки, что зависит от того, кто будет ждать. Уже больше они предъявят билеты, ну потому что они у них есть, не без билетов. Но зато в тепле сидит. Тут она однажды подходит, узнала, ну уже знала, с какой площадки отправить, какой номер, знала, куда едешь, приходит, сидят там люди, водитель еще не сколько пропустил, и говорит, а тебе я не пущу. Ну, вы представляете, как холодно, все пускают, а тебя не пущу. Ну почему? У меня билеты. Я тебе сказал, я тебя не пущу сюда. Ничто не время. Он показывал ей на время, он бы объявил посадку, а ты тебе пущу тогда, не пущу. Она говорит, мне так обидно стало, Господи, да я для тебя работаю. Ты же меня посылал, я теперь еду домой. Ну как это так? Все пускают у меня нет. Обидно стало. Пошла, наверное, взвесила. Господи, ну почему ж ты так сделал? Ну, представьте себе, вот эту ситуацию с любым из вас. Ну, стой на холоде, другие не для Бога не работали и работать не собираются, а греются в автобусе. А ты прошел столько, где-то что-то делал, старался, и тебя не пускают в автобус. Такое время, перед чем уже за минут, за 10, как объявляют, уже вот скоро объявляют посадку, этот водитель собирается и уезжает куда-то, ему надо куда-то было. Они ждут, проходит время, ничего не объявляют. Проходит полчаса, никто ничего не объявляет. И после, значит,
объявляет, что через сколько где-то, через час, значит, будет отправляться рейс, и извините, что мы задержали рейс, потому что тот автобус, который был под нашим, попал в аварию. Несчастный случай. Как вы думаете, хорошо Бог сделал, что я не пустил в автобус или нет? Конечно, хорошо. Но, усилившись своими весами, вот этими стандартами, она вообще расскажет, ну что-то такое. Им можно, а я для Бога тружусь, а у них туда доступа нету. Я вспоминаю этот случай, вы помните, первый год значит, президентства Путина в России, как раз вот подводная лодка Курск затонула. И, значит, где-то, наверное, в прошлом году я читаю свидетельство, когда одна из жен, значит, матросов, которые служили на подводной лодке, это было уже время, когда, ну, работу теряли люди, это было время трудное очень, и уже если кто-то выходил в рейс, а там неплохо платили этим подводникам. И, значит, собрался кто-то, ее муж, значит, туда, ему по сей момент отказывают, а мы себе не берем туда. Как? Почему? Ну, нет, и все. Есть другие люди. Что там было на самом деле? Никто не знает, почему его не взяли. Он жил огорченный, расстроенный. Чем более, что жена была верующая в него. Говорит, ну как вот так? Ну, зачем Бог смотрит? Ты веришь, ты молишься, я не верующий. Ну и вот это трудное время, надо рубль какой-то заработать. И вообще взяли, у меня нет. И только тогда курс затонул, когда не смогли спасти. Тогда только оценили, правильно взвесили, что Бог сделал. И вот здесь Писание говорит, могу ли я быть чистым с неверными весами? Я вообще не хочу бы успешивать ничего в таких ситуациях. Почему Бог так делает? Ну, наверное, раз вот так произошло, с одной стороны, вроде бы непонятное что-то, но с другой стороны, наверное, что-то Бог предусмотрел. И если мы сегодня читаем Писание внимательно, то я еще раз повторюсь, что говорит Писание об этих промыслах Божьих, об его планах в отношении нас. Оно говорит, что любящим Господа, призванным по его изволению, все, что? Садись под ко благу. Я хотел бы, чтобы мы действительно обратили на это внимание. И в притче 21.2 есть еще один текст Писания. Всякий путь человека прям в глаза его. Но Господь взвешивает сердца. Опять прям в глаза его. А Господь по-своему смотрит. Я очень хотел бы, чтобы вы запомнили некоторые вещи, на которые надо обратить внимание. Матфей, 7 глава, 1, 3 стихи. Вы знаете, что это Писание говорит? Мы не один раз слышали эти слова. Не судите, да? Нет. Вы знаете, почему мы судим? У нас есть часы свои. И когда человек что-то сделал, мы рассматриваем его поступки со своей точки зрения или оправдываем, или осуждаем его. А Писание говорит, вы просто-напросто не можете правильно судить, потому что не знаете всего. Видите, наружное. Вот то, что не удержалось внутри. А то, что есть на самом деле, ущупал такое, но нельзя знать. Потому говорит, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете и судимы. А каким мы судим? Праведным. А откуда он возьмется, этот праведный суд? Это нам кажется, что праведный. Мы думаем, что мы все знаем. А на самом-то деле очень много не знаем. А разве только Господь скажет, откроет глаза. Вот тогда болен. И то говорит, не судите. И какой меры мерите, такой и вам будут мерить. Получаются интересные вещи, что мы многие проблемы нажили сами себе.
Это мы говорим, что Бог там нам сделал, Бог... Оказывается, никакого суда не было абсолютно. Мы просто пожинаем то, что пощили. И всего лишь. И больше ничего. Ни одной йоты лишней нету. Потому что и мы, наверное, если так вот жизнь свою проанализируем, то мы найдем, что так было. Вот нам несправедливо. И мы найдем, что где-то мы несправедливо с кем-то поступили. А этот закон духовно действует и работает. Его никто не отменял. Каким судом судите, таким будете судим. И какой мерой мерите, такой и вам отмерится. Ну что правда добавляется? Меры добрые, утрещенные, нагнеченные отсыплют вам в лоно ваше. А уже что отсыплют? Это уже другой вопрос. Если отсыплют хорошо сделали, то я рад получить стократно эту меру, сверхом говорит. А если плохо, то не хочется даже меру брать, еще и сверхом брать. А Писание говорит, да это же бывает, меры добрые, вот еще утоптанную, отсыплют вам в лоно ваше. Вот поэтому сегодня нам очень важно, ну, вообще, если судить, то иметь весы, которые Господь дает, чтобы не быть легкими. Я читаю вот некоторые тексты Писания, как люди судили, и я возьму апостола Павла. Его же тоже взвешивали, правда? По-разному говорили. Ну, слушайте, что Анания говорит, когда Бог ему сказал, иди, там есть в доме Иудином Таршавин по имени Савод, теперь молится. А Анания говорит ему, Господи, Деяния 9 глава, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым по имени Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя Твое. Слушайте, это была правда или неправда? Правда? Это была правда. И те христиане не лгали, которые говорили, что ну, что-то так Павел делает. Но на данный момент это уже был другой человек. Но Господь сказал ему, слушайте, вот взвесили, весы имели, и весы Божии. Вчера или два дня назад, вполне возможно, это было правильное взвешивание. Но сегодня уже нет. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Вот как просто можно ошибиться? Вот я взял вот этот пример. Я слышал об этом человеке, и это правда была. Но сегодня же Господь говорит, это уже не тот человек, это мой есть избранный сосуд. Я потому, иди и делай то, что я тебе сказал, а не то, что ты знаешь. Вот те гири старые, они уже не действительные. Уже вы ими не можете усмешить человека. А сколько у нас так бывает? Заметили, что-то правда плохое за человека? Точно, было, было. Но никто не знал, как он исповедовался, никто не знал, сколько он плакал, и никто не видел, как Бог его простил. И начинаю говорить то, что было позавчера и вчера, оно сегодня может быть неправильным уже. И здесь Господь не говорит о том, что нельзя сказать кому-то, он говорит о том, что нельзя судить. Сказать вы можете, потому что вы это видели. Но осудить, суд вынести, унить уже нельзя, потому что это уже прошлое время. Пусть Господь поможет нам сегодня понимать вот эти вещи, взвешивать, говорит, вера неправильная. Сегодня она правильная. А завтра же для этого человека неправильная эта вера.
Другая должна быть. Божья. Я когда-то помню, я один такой пример расскажу. Это было время, когда я был в Барановичах пастором, уже у нас была церковь немаленькая, где-то, наверное, человек 700 было. На сегодняшний день 1300 чем-то, а тогда было где-то около 700. Но я как пастор, как пресвитер, я сидел и очень внимательно слушал, кто что проповедовал. И замечал, где неправильно. И потом однажды мне такая пришла смущающая, думаю, интересно, а чем ты занимаешься? Сидишь и ловишь, кто что неправильно. А я знал, что есть люди, которые хлебом не кормят, но дай им увидеть что-нибудь отрицательное, и что почти обсасывать все это. Значит, у них такая работа. Они все хорошее не видят, а плохое самое маленькое, они заметят. И на этом внимание все концентрирует. Думаю, Господи, а что тогда со мной происходит теперь? Что, мне больше делать нечего, что ли? И это меня в страх привело. Думаю, это же ненормально уже. И я хорошо знал, что если даже кто-то из своих братьев, из своих сосудов заметит что-то, то навряд ли не осмелится сказать, подойти. Вы понимаете, навряд ли мне хватит мужества прийти сказать. А я тогда сказал, что, Господи, ты мне помоги разобраться с тем, что происходит. И сделай это через людей, которые вообще не знают ничего. И через те сосуды, которые вообще не в курсе дела моей проблемы. А я помню, что вот эти молитва моя была, мне кажется, она была в четверг. Иногда бывает, я запоминаю вот такие вещи. Но я в то время очень редко куда-то выезжал, потому что был занят своей церковью. Но как-то с молодежью мы собрались, поехали в Минскую область, я даже помню, где мы были. И вот мы, значит, заезжаем, я захожу во двор с молодежью. Мне нужно, что идет один брат, снежный же, а я его хорошо, я сегодня еще жил. И улыбнулся, я говорю, и народный контроль появился. Я так подумал, думаю, интересно, что он говорит. Мое понятие было, что меня стукачом считают, что ли. Контроль бы, что есть, люди приходят, потому что потом донести рассказать, что было. Шестеркой называют, как то ли называют. Думаю, что он мне говорит, интересно, такое. Я, пожалуй, сам поглядел на него. Думаю, что он мне рассказывает. После собрания он подходит ко мне и рассказывает мне. Ты, говорит, я понял, что ты вообще не понял, что я сказал. Я говорю, конечно, нет. Вот это странные вещи выдал такие. Народный контроль появился и что? А он мне рассказывает. Говорит, я приехал, говорит, домой на обед, а он работал на бульдозере недалеко и имел возможность домой на обед приехать. И я, говорит, никогда не ложился спать в обед. Но мне так спать хотелось сильно, говорит. И я решил приступить. Говорит, мне снится сон. Говорит, идешь ты, иду я. Идем, говорит, по прямой дороге, а впереди столовая. И нам надо туда зайти, в эту столовую. Но по времени мы уже опаздываем туда. И он мне, этот брат, говорит, нам не откроют, мы опаздываем, я вдыхаю, я говорю, не переживай, мне откроют. Вот идем дальше, подходишь, они глянули, раз вот это закрывают. Я подхожу, вынимаю удостоверение. Народный контроль. Открывайте. Они говорят, сюда, туда у нас обед. Ну и что у вас обед? А я просто хочу проверить. Значит, когда человек говорит что-то, высказывает свое мнение, он уже не может запретить мне оценивать его. Я могу его проверить. Он не может скрыться, если он проповедует. Они говорят, нехотя, но открываю. Я тебя буду проверять, как вы готовите пищу. Ну, в смысле, знаете, у нас остается компонент определенных. Того надо столько.
Они мне дают свои весы. Я говорю, мне ваших весов не надо, у меня свои. Я говорю, раз такой прибор интересный. Поглядел, говорит, и говорит, Саша, говорит, почему здесь должно быть столько-то, а у вас и половины нет? Почему того нету? Почему того нету? Они, говорят, залетали сюда, туда. Я им нечего говорить. Потому что весы спрямо свои весы. Мне ваших не надо весов. А теперь вот, я говорю, я буду проверять, как вы щелите. Говорю, достал прибор. Там какие-то щетки, какие-то графики нарисованы. Говорит, зачеркнул. Я говорю, здесь должно быть 100 зерна, а у вас 20, где 80? Где еще 80 зерен? Вы щеете неправильно. Вы знаете, что я хотел этим сказать сегодня? Не с собой похвалиться, но что у Бога есть свои весы. Он не ориентируется на наши. И он не требует нашей оценки. Если мы сегодня хотим быть чистыми, то надо, чтобы его весами, Господи, ты им живешь. Вот как ты смотришь вот на эти вещи, которые я делаю? Ну, на мой взгляд, все хорошо. И люди говорят, что хорошо. А ты что скажешь? Это хорошо или не совсем хорошо? Господь взвешивает. И он требует, что правильные были весы. Я опять обращаюсь к Павлу. Слушайте, вот как люди взвешивали? Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 9-11 стихи. Вот что говорят люди. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит. Кто этот некто был? Не написано. Но он говорил, он взвешивал, вот что он говорил. Послание, он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Эта речь апостола Павла незначительна была. У послания строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Да именно почему его называли слабым? Он говорил, я никогда не пользовался этой диктаторской властью. Помните, он говорил, мы могли вести к вам с важностью, как апостолы Христовы. Помните слова апостола Павла? Но мы, говорит, были нежны с вами, тихие, как кормилица нежно обходится с детьми своими. И некоторые считали вот такое обращение с людьми признаком слабости. И говорили, да, послание он напишет строго, а в личном присутствии. Ну, и разницы не видим между ним и нами. На одном уровне, как-то никогда ничего не приказывал никому. И оценку делали такую. Но и еще больше. День апостолу, 26 глава, 24 стих. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Ты сумасшедший? Я однажды на разборе сказал, вот эти люди, которые вот так говорили о Павле, попали на небо вместе с ним. И если бы это было так, как на земле, как стыдно было бы глядеть в глаза. Его называли сумасшедшим, его называли, что он лучше, чему не должно. А мы его послали, еще мы не читаем, они в канон вошли. И мы сегодня ориентируемся на то, что он говорил и написал. А люди говорили, и обманщик, и лукавый. А если его вообще назвал, то ты до сумасшествия дошел. Пусть Господь поможет нам иметь правильные весы, если мы высчитываем. А вообще лучше давать оценку, но не взвешивать. Не определять наказание, не говорить ему надо то и то, то и то, то и то, делать, потому что он такой щекой. А дальше вот руки Господни. Еще я не понимаю, прям думается этого человека. Но суд вынести я не могу, потому что я вообще не знаю, что на самом деле происходило. Вы знаете, иногда вот настолько все выложил доходчиво, кажется,
Никаких вопросов нет больше. Негодяй, да и все. А как копнешь немножко с другой стороны, так там совсем по-другому. Иногда стоит чуть-чуть добавить. А где-то здесь я у вас поклонницам когда-то был. И соответственно, может быть, и с вашим тем-то разговаривал. Может, я уже забыл, уже давно было. А дело было в чем? Я, значит, подходит ко мне сестра и говорит, слушай, братский плать. Я являюсь членом церкви, а мне брат, пастор, ты его прославление не дал сегодня. Я говорю, как кто тебе не дал? Ты член церкви дал. Неправильно сделал? Нет, говорю, тебя было отлучено. О, тогда правильно сделал. Нет, так меня приняли, тогда неправильно. Так меня вывели в той церкви, где меня отлучили. Я говорю, что? Ты мне еще скажи, от начала до конца, тогда я сделаю правильный вывод. А так ты мне добавляешь, и меня вообще переворачивается с ног на голову. Вот стоит подумать, что надо добавить что-то, и все менять кардинальным образом. Совсем не так выглядит, как тебе предложили рассмотреть в таком вот ракурсе. Вот почему оно не так просто все сегодня здесь. Поэтому я хотел бы, чтобы, во-первых, себя проверять вот так конкретно. Ну, и при взвешивании не быть легким. А вы помните это выражение из Священного Писания? Это из книги Даниила. И вот говорит, что начертано? Мана-мана ты килупорщин. Ты взвешен на весах, и что? И найден каким? Очень легким. А эти весы были, значит, Бог взвешил, дал власть Валтасару. И люди часто говорят, хочешь узнать человека, дай ему власть. Дай ему власть, чтобы он почувствовал, что он над тобой властвует. И он тогда откроется, что он есть. Покуда он не имеет власти, он будет ходить на цыпочках. Как только получил ее, совсем по-другому может быть. Может быть. Я не говорю, что всегда так бывает. Может быть. И когда Господь дал ему власть, он имел историю своего отца перед глазами и жизненную, и записанную. И он настолько распоясался, помните, что взял сосуды Дома Божия, которые из храма принесли, и пил из них вино, славил богов, серебряных, деревянных, железных и так далее. И вышла кисть руки и писала, вот Бог наблюдал за тобой, дал тебе возможность проявить себя, сделать то, что ты можешь делать и хочешь сделать, и таким образом ты сделал, я слышу, что ты очень легкий, и говорит, все, поставлена точка, хватит, царство твое разделено и отдано медианам и персам. И писание, вот ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И даже медиане, будучи как 60 лет, а то ли 62, то, что не помню, принял царство. Взвешивание есть. Сам он себя взвешивал. Он неправильно взвешивал. Он взвешивал, и он понял, сам себя измеривший, что ему все можно. И никто ему преграды не поставит, и никто ничего не сделает. Но он забыл о том, что есть на небе Бог, для которого наше величие человеческое, оно ничто совершенно. Пусть Господь сегодня благословит нас, что мы имели эти правильные весы. И почему так случилось? Почему именно что легким сделало вот этого Валтасара? Но когда сердце его надбилось, это про Навуходоносора написано, и дух его ожесточился до дерзости, он был низвержен своего царского престола. Гордость и дерзость. Не дерзновение, а дерзость. Это две разные вещи. Бог хочет, чтобы с дерзновением проходили к нему, но не были дерзкими перед ним. Ни перед ним, ни перед людьми. И потому я читаю перечень легких людей. Книга Иова, 24 глава, 13-18 стихи. «Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его». Что значит враги света?
люди, которые делают такие дела, которые они прячут, они не могут их показать другим. Что это? Это уже сами подумайте, если где-то к каждому отнести. А в общем-то, это то, что всем не расскажешь. Если это все чисто и свято, тогда нужно сокирочинник, и не стыдно сказать. А вот есть нечто то, что не хочется, чтобы люди знали. С рассветом встает убийца. Вот это люди, которые легкие перед Богом. Они тяжелы для людей, с ними тяжело жить, но они веса перед Богом никакого не имеют. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает ворон. И оба прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. То есть, ну, такое, лицо можно скрыть лицемерно добрым поведением. Может такое быть? Может, может. Говорит, я говорю так, они употребляют свободу для прикрытия зла. То есть ты свободен поступить как хочешь. Но ты знаешь, что это плохо. И несмотря на то, что не имеешь доброго расположения, готов делать совсем по-другому, но делаешь правильно, чтобы быть перед людьми правильным. Ты просто прикрыл свое зло добрым поведением. А внутри у тебя зло. В темноте подкапываются под домы. Что это значит? Скрывать свои настоящие цели, ищут повода, чтобы обвинить. Эти люди кажутся искателями истины, борцы за святость, а на самом деле подкапываются, чтобы навредить. А то враги света. Они не открывают своих настоящих намерений. Настоящие намерения скрыты ласковыми глазами, хорошими поступками, нежными словами. Сколько сегодня предпринимателей исчезли, а то, что их компаньоны подвели. Вы понимаете, что я говорю? Они пришли, подмазались хорошо, как мы сегодня говорим, по-простому, вошли в доверие, а потом сковырнули, посадили кое-кого. Я помню, когда мы с братьев, Господь говорил мне один раз, просмотри свое окружение, кто вокруг тебя, лукавые люди. Ну а как увидишь, что ты лукавый, когда ты кругом на тебя подойдет, а тебе только где-то что-то рот рассунул, уже знаешь, что тебе надо. Вот там надо рассказать, кто надо, и кто не поймет. А эти люди, они настолько проницательные, если только рот рассказать, они уже принесут то, что надо. И все для того, чтобы впоследствии навредить. Я думаю, это легкие люди. Они тяжелые в жизни. Их трудно переносить, но не легкие. И в темноте подкапываются под домы, которые днем они замечают для себя. Не знают света. Ибо для них утро – это смертная тень. То есть разоблачение для них – это самое страшное, что только может быть. Для них утро – смертная тень. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле. Послушайте, как здесь написано. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле. Пусть Господь сегодня благословит нас. Но я сегодня обращу внимание на одну деталь, чтобы мы не были легкими. Мы же, раз мы про вес сегодня говорим, и, наверное, хотим немножко свое поведение взвесить. Я читаю один текст Писания. Такое в жизни христиан бывает, они ущерб терпят и урон. Вторая книга Царств, вторая глава, 17-23 стихи. И произошло в тот день жесточайшее сражение. И Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруни, и Оав, и Авеса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как щерда в поле. Вот обратите внимание, легкий на ноги, как щерда в поле.
И погнался Асаил за Авелином, и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево, а следом Авелина. И оглянулся Авелин назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» То сказал: «Я». И сказал ему Авелин: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил же хотел отстать от него. И повторил Авелин, что говоря: «Асаил, отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицом я вышел к Киаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авелин, поворотивши копье, поразил его в живот, копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходивши через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. Как вы думаете, что погубило Асаила? Авелин, несмотря на то, что они были в разных станах и в свое время воевали один против другого. Но когда Авелин увидел, что Асаил бежит и без ничего, а у него что было у него? Это ноги быстрее. Он говорит: «Слушай, отстань от меня. Потому что я тебе не разрешу, что я убью просто так. Если ты уже хочешь, то выбери себе оружие, да будем по-честному воевать. То, что у тебя к тебе повернут, ты же без ничего бежишь. Ну за копье уже вот и все. Как я туда в глаза брату твоим буду глядеть?» Но он говорит: «Не отстал». Ну я опять повторяю: «Слушай, отстань». Знаете, мы иногда беремся за дело, которое нам не под силу. Легкие на ноги. Ни веры нет, ни силы нет. Вступаем в сражение. Нас никто туда не бросал. Нас никто не заставлял это делать. Вы не понимаете, о чем я говорю? Я говорю не о том, что на вас кто-то наступает без вашего согласия. А сами часто люди рвутся. Я знаю несколько примеров, когда я никогда не проповедую, чтобы быть страх перед бесами, их не надо бояться. Но прежде всего, привести себя в порядок, исполнить Духом Святым, и тогда не бойся ничего. А если будет по-другому, плохо будет. А я знаю, это, кажется, в Столбцах было, я то, что не назову этой местности, когда стал молиться задерживого, а после вся церковь, я не знаю, сколько месяцев, за него молилась, вылез куда не надо. Легкий на ноги. Вы меня сейчас, братья, понимаете, что я хотел сказать? Я не хочу вызвать панику, страх перед дьяволом. Я говорю, и шутить нельзя с этими вещами. Это не шутки. Дьявол пощады не знает. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А если сегодня ты находишься под защитой крови Христа, если твои грехи исповеданы, если нет доступа, ничего не надо бояться. Но и не надо быть легкомысленным. Он был легкий на ноги. Вот я почитаю эту историю. Бежит, ноги несут, а ни оружия нету, наверное, ни способностей нету для войны. Все-таки Авенир, это был воин, это был вождь. Ну, армейский, который занимался типа, а Асаил, ну правда, Иоав другой был. На авторитете брата не выедешь. Он надеялся на авторитет брата. У него брат был военачальник у Давида. И он думал, что выедет на этом. Не выехал на его авторитете. Говорит: «Отстань!» Я сегодня рассказывал, как один из братьев ехал домой на чужом благословении. Это тоже был. Я той брата знаю, как сейчас я его небольшого роста, лысый, больше даже, чем я, круглая голова. Такой интересный был. Ну, с одной стороны, искренний такой был. Ну, как такого направления баптистского. Ему мне откровения не надо, ничего. Он на учёту смотрел, вот так, знаете, что. Эй, там напрочествовал что-то. Кто его знает, что. И однажды, значит, были та же самая Надя Люшчинская была, наверное, человек 5 было, точно не помню, сколько было. И где-то они были в посещении и задержались. И уже, значит, по графику они уже не попадали на автобус.
И уже никакой надежды уехать домой не было, а надо было ехать домой. Ну, стали молиться, и Бог говорит, что я вас благословлю, все будет хорошо. А он на какой-то скептик, хорошо было, автобусы прошли, будет хорошо, благословение. И он сам больше рассказал, я сам себе хуй думаю, ну, если вы получите, то я на ваше благословение проеду. Еще мне все заеду, ладно уже. Вы будете ехать, и я поеду. Вы, знаете, они вышли, это было такое время уже, и чем, наверное, очень было, потому что, говорит, темно было, вышли в поле, никого не было, говорит, едет автобус какой-то, едет автобус, останавливается, что, ну, говорит, вот опасно, надо уехать надо. Ну, говорит, хорошо, садитесь, сколько вас? Возьмёшь четвое, раз, два, три, а тебя я не возьму. Говорит, как? Ну вы все берете? Да это ж наш, мы же вместе. Нет, 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 вас беру, я его не беру. Его просили. Говорит, если не хотите, я вас всех высажу. Я вас беру, а его не беру. Остался, говорит, стою среди поля. И думаю, ну ничего страшного. Деньги есть. Где такого-то встречу? Там раз в карман, а кошелек где? Кошелька нету. Я говорю, полтора дня добирался домой, какие-то там 40 километров. Он говорит, я так ехал на чужом благословении. На чужом благословении не поедешь, если своего не имеешь. Если Бог дает, дает всем. Но я не думаю, что тут было что-то странное, но просто Бог показал, что не надо пренебрегать, не надо так вот думать и легким быть. Это же легкомыслие. Это легкомыслие самое настоящее. Легкие на ноги. И еще читаю одно место, что они будут молиться. Я уже думаю, сегодняшнего дня мы будем и на ноги не будем легкие, и весы будут верные. Если не будем вешивать, не будем, будем отдавать все в руки Божьи, потому что написано, могу ли я быть чистым, если не верны весы? Но ответ какой? Нет. Нет, не могу. А раз не могу быть чистым, то не могу быть и в полноценном теле Божьем. Как он может меня использовать, если я не чист? И не сознаю этого. Тогда сознаю другой вопрос. Кровь Христа покрывает. И Бог смотрит через кровь Христа. А если я и не признаю, то тогда нет защиты никакой. И первая книга Царства, еще прочитаю. Это довольно длинный текст. Пожалуйста, его выслушайте, потому что он на ту же самую тему. На легковыще, легкие на ноги. Первая книга Царств, 4 глава, 3-10 стихи. И пришел народ в стан. И сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Вы помните, что они поражение потерпели сильное. Возьмем себе из Шилома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послали народ в Шилом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге Завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеяс. И когда прибыл ковчег Завета Господня в стан, весь Израиль подняв такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний. И сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан, и сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. У нас порабощение. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. И каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое. И пал израильтян 30 тысяч пеших. Вот интересное явление. Потерпели поражение.
Вроде бы правильно рассудили. Это значит, потому что Бога нет с нами. Что делаем? Давайте принесем ковчег Завета Божия в стан. Это была внешняя часть присутствия Божия. Видимое, что кажется, ну, кажется, уже Бог пришел в стан. Но все было дело в том, что Охни и Филиес, они очень безобразно себя вели перед Господом. И давно были уже Господом закланы на смерть. Но еще жили пока что. И когда они пришли, увидели ковчег Завета Божия в стане, они не учли, что это внешняя сторона, нужно, что внутренний день, а не с Богом. Они подняли такой крик, каким и часто. Силы нет, а крика много. Да? Бывает такое? И что они сделали? Они просто подняли на ноги филистимлян всех. Все и не знают, что такая опасность существует. А когда они стали кричать, а силы нету, и так что такое? Говорят, Бог пришел с нами. Что делать надо? Надо будет что-то делать. Укрепите филистимляне, будьте мужественны, сразимся с ними. А когда пришли сражаться, то какая-то внешняя как бы присутствие Бога было, а настоящего-то присутствия не было. И повторное поражение опять. Я очень не хотел бы когда-нибудь красоваться перед Богом. Когда нет силы кричать так, как будто у меня избыток. Вы понимаете, что я говорю? Сердце внутри плачет, а человек рисует настолько радости много. А у меня такое бывает. Помню, одна сестра приехала на приемный день. У нас же всегда во вторник приемный день, очень много людей записано. И приехала с проблемой. И стали молиться, на аллилуйя, аллилуйя. Я думаю, интересно, тебе столько радости. Ты ко мне приехал, у меня столько нету. Ну как ты, чего ты приехал? Мне надо к тебе ехать. Потом, когда стали мать, вы еще дух кто? Ты говоришь, я дух гордости. Пожалуйста. Со стороны Божией полное бессилие. А снаружи мне что показывает такое, как будто бьет ключом эта сила и уместиться не может. И поражение. Поражение произошло. Бог ни на что не посмотрел. Я вот так часто говорю, настолько провалов часто бывает в народе Божьем много, настолько ошибок много. Вот набежают от имени Бога, а нету, так что Господи, ну ты столько сомазно, ну столько беды, ну уже сделал бы ты, хоть даже беды говорю, ну не было бы сомазно. Бог говорит, нет, дорогие, ничего не будет. Если я не говорил, если я не собирался делать, то как бы вы ни кричали, чтобы с вами не было, но я вашу ложь выполнять не буду. Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы хорошенько вот освещали те вещи, которые сегодня были выложены и сложены. Давайте будем делать то, что по силам, что по вере, что Господь нам сказал делать. Вы помните, идут израильтяне, перед ними стол облачный и огненный, вода разделилась. Египтяне тоже решили, они пройдут, то и мы пройдем. Они то прошли, а египтяне прошли. Нет. Кто-то однажды вычитал, что Христос ходил по воде, и Петр шел. Это было одно такое свидетельство. Я когда-то шел очень давно, где-то 65-й год, именно в то время происходило в Индонезии, когда начитались, что, значит, ходили по воде. Ну, раз написано, и раз в воду, и пошла. И потом через несколько дней нашли труп там где-то. Потому что Бог не говорил, иди. Сказал Петру, иди, пошел. Не было сомнения. Шел, пришло сомнение, стал что? Тонуть стал. Я помню, со времен Дубинин, когда сидел в тюрьме, это, он жил в Сураже. Может быть, когда-нибудь читали в журнале, когда несколько деноминаций сошлись и стали спорить, чья вера лучше. Ну и, значит, решили, вот кто, говорит, пройдет через реку по воде, говорит. Та вера, это был адвентист, баптист, пятидесятник. Он был таких крепких пятидесятников. Ну и кто, говорит, кто пойдет? Пошел!
Пошел на ту сторону, прошел. Но он после рассказывал, что я шел не по воде. В моих глазах был мост. Я шел по мосту. То есть Бог показал, что он не видел воду, он видел мост, что идет. Он шел по мосту. Хотя на самом деле вообще он шел по воде. Прошел туда, вернулся назад. Пожалуйста. А теперь думайте, какая вера надо, где полнота, где что можно найти. И это было так. А кто пошел так просто, значит, никогда ничего не получал. Христос воскрешал мертвых где-то там под Слуцком. Мне говорили, что под Слуцком было. Значит, вот тогда пошло то движение харизматическое сильное, знаете, мы уже можем. Это вот только касаем легкие на ноги. Нет, бежать, делать, кричать, орать, и все нормально будет, ничего подобного. Ну, и говорят, пришли, значит, умер человек. Ну, пришли, в таким дерзновении пришел, я сейчас буду говорить, молиться, чтобы он воскрес. Собрались люди неверующие, кругом, начинают молиться, во имя Иисуса Христа, встань, не встает? Молился, молился, во имя Иисуса встает, не встает? То хорошо нашелся и сказал, говорит, вот, ладно, я тебе повел встать, не хочешь, говорит, лежи до первого воскрешения. Но это не выход. Вот, нашел выход, чтобы не опозориться, но на самом деле взялся не за свою работу. Кто тебе говорил воскрешать? Мало ли что, где-то написано, но ведь вера зиждется на Слове Божьем не на общем, а на конкретном, который исходит от Господа. Пусть Господь сегодня благословит нас, когда мы будем молиться. Я и просто прочитаю этот первоначальный текст Писания. Мы давайте обратим на него внимание. Михей, 6 глава, 10, 11 стихи. Не находится ли Люцифер в доме нечестивого, сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирами в суме? Мы будем молиться. За все будем благодарить Господа. Будем просить Господа благословения, чтобы мы не были легкомысленные, не были просто легкие на ноги, но чтобы были исполнены Духом Святым. Чтобы мы знали, что мы можем делать и что мы не можем. Хотя в Боге все возможно, но надо сокрыться в нем тогда. И пусть благословение Господне будет все время умножиться в вашей церкви. И все это будет просить во имя Господа и для Его славы. Спадяй, ходим и молимся. Благодарить тебя и славим прежнего за долгую жертву, которая, Господи, будучи принята нами, она сделала нас нелегкими перед лицом Твоим, а значительными, хотя бы сами по себе ничего не значим, Господи, но пресвятая кровь, которая, Господи, пала на сердца наши, и она, Господи, сделала нас способными ходить перед лицом Твоим и готовиться к будущей вечности, чтобы жить при свете Твоем, который, Господи, проникает во все составы нашего естества. Слово Твое проникает в разделение души и духа, составу и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. Господи, благодарение Тебе за Голгофскую жертву. Мы благодарны Тебе за кровь завета, который сегодня можно говорить всем жителям земли о Твоем спасении, совершенном на Голгофе, о Твоем могуществе и будве, не говорит громче, нежели Авелева. Мы, Господи, благодарим Тебя за Твое исчерпанное тело. Мы, Господи, благодарны Тебе за смерть Твою, которую Ты, Господи, принял, чтобы истребить, уничтожить наши преступления и беззаконие. Слава Тебе! Поэтому сегодняшний день мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам силу и способности, Господи, быть здесь, на этом месте сегодня, и нашим здравым рассудком воспринимать Твои вечные истины, которые никогда не поменяются, и принимать их и верую, растворяя в нашем сердце, и делая его способным исполнять Твою святую волю, Господь. Если в прошлые времена нашей жизни мы, Господи, носили в себе неверные гири, если мы сравнивали сами себя с собою, если квалифицировали свои поступки собственной моралью, собственными стандартами, Господь, то Ты нас прости. А мой и очистил Твоей святой крови, ибо мы сегодня слышали, и я, Господи, тоже в том числе, что нельзя быть чистым, имея неправильные гири, не имея, Господи, неправильные взвешивания.
Потому, Боже, мы не хотим, Господи, никого взвешивать. Мы просто хотим служить Тебе. Мы хотим молиться за тех, кто, Господи, приступает к воле Твою, чтобы они перестали это делать. Мы хотим молиться за тех, кто изнемогает от этой женской борьбе. Но мы не хотим их взвешивать. Мы не хотим их осуждать. Мы просто хотим, Господи, быть участниками их спасения и отдать для Тебя все, Господи, нормы наших молитв, чтобы Ты мог совершать свою работу с ними, Господь. У нас так много сегодня еще не спасенных в наших домах, за которых, Господи, мы молимся, может, уже давно, но которые никак не могут склонить свои колени перед Тобою, никак не могут признать себя виновными, признавать, они, Господи, признают, но у них не хватает мужества, у них, Господи, есть ложный стыд, и им стыдно исповедовать свои грехи, признать себя грешниками, Господь. Но Ты, кто работает, делай, мы хотим видеть их спасенными. Если это, Господи, наши отцы и матери, которые, Господи, живут уже, может быть, последние дни жизни, то, Господи, поспеши на помощь им, открой им глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь. Если это, Господи, наши дети непослушные, непокорные, так же просты к ним Твое благоволение. Может быть, Господи, это другие наши родственники, может быть, это, Господи, соседи, может быть, Господи, это наши хорошие друзья, которые по своей природе, по своей натуре являются отнюдь, Господи, неплохими людьми. Может быть, даже в некоторых случаях они весьма полезны. Но, Господи, нам хочется, чтобы они еще имели спасение, которое Ты даешь искупленным Твоей святой кровью. Ты знаешь, Господи, всех тех людей, кто с нами соприкасается. Ты знаешь, это шеление дворец. Ты знаешь, сколько здесь много людей, но насколько, Господи, их сердца ожесточены, что они не могут склонить свои колени, не могут стать спасенными. Хотя, Господи, время так быстро уходит, и Ты, Господи, однажды поставишь последнюю точку в судьбе человечества, и тогда уже поздно будет каяться, поздно будет спасаться, Боже, что Ты, Господи, пройди по этому шелению, и через Дух Святой наполни, Господи, эти сердца рассуждениями Твоей святой вечности, страхом перед лицом Твоим. Ты знаешь тех, кто изнемогает от грехов. Ты знаешь тех, кто порабощен пьянством и оккультизмом, Господь. Поэтому, Господь, благослови, дай Твою святую милость, утверди тех, кто сегодня находится во спасении, и привлеки сюда новых людей, которые еще никогда не молились, никогда не испытывали блаженство свободного человека, прощенного, а мы то Твоей святой кровью, Отец. И я прошу Тебя благословить Твой народ, чтобы они никогда не были легкими на ноги, но чтобы были, Господи, трезво мыслящими, чтобы правильно оценивали в Духе Твоем святом прощенном маслом свои возможности, и никогда не щели соблазна тем людям, которые не знают Тебя, Господь. Благослови каждого брата и сестру, дай Дух молитву, возьми и молитвенников, ибо, Господи, я знаю, что то, что сегодня может здесь делаться в полную меру, это молитвенная жизнь, а по молитвенной жизни пошло служителей сюда, и, Господи, знаешь, кого послать, как, Господи, действовать в стане этого народа, ты, Господи, знаешь, как пробудить не только это шеление, но его окрестность в этом Божьем, благослови каждого брата и сестру, чтобы ты, Господи, не были для них камы, чтобы были, Господи, тяжелыми, чтобы никакие ветры учили не могли их поколебать, чтобы никакие житейские волны не могли, Господь, сбить с правильного курса. И, конечно, Господь, благослови брата Ивана, благослови, Господь, его помощь, благослови его семью, и пусть, Господи, Твоя святая любовь настолько наполнит их сердца, чтобы при исполнении Духом Святым они стали верными свидетелями Твоей благодати, чтобы через них могли спасти еще многие души, и пусть жизнь каждого из них в их щемнях будет прославлена и возвеличена Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.